Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Splinter Cell Blacklist. Так, давайте, залив Гуантама, одиночная компания, военная тюрьма. Давай. Мне отсюда сбежать надо? Рим. Нури в Гуантанамо. Или что? Будешь работать вместе с Грим и Чарли. Нет, нет. Там много наших парней, так что обходимся... Что значит обходимся? Еще как валим всех подряд. Не жалеем никого и ничего. Гуантанамо, Куба. Ну. А, точно, мне здесь попадаться нельзя, вспомнил. Ну давай. На колени. Встать быстро. Допросы. Так, меня ведут. Ну пойдем. Твое барахло в тайнике за прогулочной зоной. Отключу свет, чтобы ты мог укрыться. Хорошо. Да, крыша, правда, не над всем есть. Нури со следователями из ЦРУ. Они обедают, у тебя есть время. Давай. Встречаемся в лодке? Если достану. Если? Ты принимаешь решение на ходу, я планирую по ходу. А какая разница, на ходу или по ходу? Не понимаю. Что-то ты мутишь. Давай. Всем меня показал. У тебя выйдет. Откуда уверенность? Иначе никак. Ну давай, давай, давай. Веди меня. До встречи снаружи. Стой. Найди нам выход. И тебя посадили. Ну, как видишь. Ну? И меня сюда сади, купек. Я здесь не из-за садика. Нет? Что же ты за решеткой тогда, думаю, из-за... Вот, вот это уже более интереснее. Говори. Терпи сколько хочешь, но ты заговоришь. Нет! Нет! Вот тебе складной стульчик. Нет! Не надо! Надо, надо, Федя. Вот и все. Браво, Брикс. Выходим. Да, я безжалостный в этом плане. В отношении вас. Давай. Так. Ты ведь расскажешь, когда здесь наступит этот тропический рай? Так тебя заманили сюда. Давай. Проходите. Не стесняйтесь. Э? Тихо. Тихо, тихо. Так. А кто меня за... Блин. Вам нет доверия. Давай.
Алгоритм. Уходишь? Уходит. Тихо. Так. Поджарили. Закрыли. Тихо, 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 тихо. Так. Блин. Давай. Да ешь твою мать тут. Успеваем. Так, так, так. Мы успеваем? А как нам сюда пройти? Ты, стоять! Противник вооружен. Уже нет. А, он у меня бесконечный. Просто по три заряда дается сначала, потом еще по три. Так, наверное. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Спокойно. На тебя заряд не действует, как я помню. Кого ты там рассматриваешь? Опа. Тихо, тихо. Что-то я перетрухал, да? А хоть туда двигаюсь-то. Блин. Смотрите-ка, могу. Так, давайте ты... Ага. Нет, все-таки у меня вот всего зарядов-то. Куда идти-то надо? Now enjoy your thrilling 0-0 tie. Smart ass. All personnel, we are experiencing some technical difficulties with the basic power generation system. We will attempt to restore service as soon as possible. Тихо, тихо. Ага, еще и подсвечивать фонарем на него.
Так. За вас. Тихо, тихо. Вот так. Нормально. Блин, сюда еще. За каким хреном я тогда его оглушал там? Такс. Переходим сюда. Перелазим сюда. Подожди. У нас потери. Стреляли оттуда. Откуда? Так сойдет тебе. На. Давай, уходим. Блин, я что-то чувствую, иди в ту сторону. Так, сюда, сюда. Так, куда, куда, куда? Давай. У нас потери. Найдите газ. Блин, вроде справился. Отлично. Блин, последний, правда, меня напугал очень сильно. Думал, меня сейчас спалит. Прием. У меня получилось достать катер. На юг вдоль берега. Понял. Берегись. Аварийка заработала. Нужно торопиться. Рано или поздно они найдут то, что осталось от Нури. Сэм, если что, у арбалета есть несмертельные стрелы. Надеюсь, обойдусь без них. Запомни, Сэм, охранники свои. Убьешь кого-нибудь, им не придется отозвать тебя. Вот так вот. Так, а что у меня тогда? Я... Главное, не попадайся на глаза, Сэм. Иначе они вызовут спецотряды и служебных собак. Так. Дышит, но сильно ранен. У нас убитые, прочесать все вокруг. Выстрелы. Тихо, тихо. Прозвонялся. Я тебе дам. Смотри, сделаю. Я тебе дам. Прочесать все вокруг. А как мне туда пройти? Что у вас для этого есть? Разрушаемо. Можно, конечно, и бомбу заложить. Понятненько. Так, это не здесь. На. Что у меня еще остались, да? Ой-ой-ой.
А, во, подожди, труба. Подняли тревогу, да? Один убит! Стрелок там! Да тихо ты! Блин! Ладно. Сами напросились. Шокер, липучка, почему? Ну, шокер, липучка, ладно, давай так. Пока пройдут, пока его заметят. Лежи и не дергайся, наш солдат. Сойдет. Да если бы. Там собачка спит просто. А кого ты хотел найти? На. Тихо. Кто-то стрелял. Все на поиски противника. Так. Gotta be here somewhere. Блин, а так хорошо начиналось. Спокойно. Не говори на взрыв, не сыпь мне соль на рану. Она еще болит. Такс. Кого мы отвлекем, я так думаю. Их. Вон он ушел. Дай-ка я тебе помечу, чтоб не пугаться. Не сыпь мне соль на рану. Не говори на взрыв.
Все. Так, теперь мне надо поменять. Шокер, липучка, что, на другие не меняется? Ну же, шевелись! Что за... Давай, давай найдем того, кто тебя вырубил. Ты падла, ты тебе что, еще обратно можешь восстанавливать? Так, приступить к поискам. Стрелок вон там! Осторожно, Сэм. Приближается спецназ. Они стреляют на поражение. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Блин, блинский. А, вот так можно. Так. В лагере рентген. Ты почти у цели. Вот так тоже можно, оказывается, было. На. Подожди. Слазим. Никого. Никого, это правильно. Да как так-то нахрен? Я ж тебя нормально расстреливал-то вроде. Ой. На три? Э? На три? Ксюша. Да подождите, блин. Блин. Вот не на ту нажал, вот стоило только не на ту нажать. И все, что-то все не так пошло, все кувырком. В лагере рентген, ты почти у цели. На. Ладно. Посмотрим. Тут туннелями можно проходить. Сэм, я нашла, где перебраться с помощью троса. Все лучше, чем от собак отбиваться. Да. Такс, такс, такс. Тихо. Осматриваем. Я как-то это могу испортить? Нет. Понятненько. Сюда. Я рентгене. Так, иди насквозь. Доберись до берега, там тебя будет ждать Брикс. Тихо. Ой. Да тихо вы. Ну ни хрена себе.
Ой-ой-ой. А как мне это преодолеть-то? Один путь. Будьте на чеку, он может быть где угодно. А, вот, так вот. Выхожу из лагеря. Иди вдоль побережья. Найди Брикса и сваливайте. Уже иду. Хорошо. Такс. Выбраться надо. Тут уже можно и не стесняться, да? Давай, 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 потихонечку. Опа, опа, опа. Залазь. Ну тоже мне ассасин. Все, принц Персия, блин. Давай. Граф, мать твою. И ножку не подверни. Стой. Стою, хоть дой. Патрульной лодки. Грим скажет, когда можно. Ты все узнал? Нури послал сюда Садик. Отвлекающий маневр, чтобы успеть захватить корабль. Американский огонь. Новый удар. Точно. И еще одна проблема. У Садика есть вторая цель. Мы. А мы-то тут при чем? Я позволил. Извинения приняты. Я был неправ. С кем не бывает. Зато мы ушли из Гуантанамо. Жаль, похвастать нельзя. Привыкнешь. Да. Мы еще не выбрались. Брикс, вы как раз между патрулями. Панель пропал. Понял. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока!